Но лучше всего перестраховаться и поздравить уже сегодня свою барышню с 8 марта. Как? Взять двух друзей и за***ть видос. Поздравляем! То, как феерично это сделали вот эти три деда, наверное, самое лучшее, что случилось 8 марта за всю историю существования праздника. Нет, дебил, говори, дебил, что ты кричишь? Так вы скажите поздравления все вместе. Дебил, как-нибудь поздравляешь с 7 марта. Давай, дебил, поздравляем. Ребята, ты не лезь, падла, Начинай говорить. Я не Заткни рот. У меня такое ощущение, что они друзья со школы. Этот дед у них центровой. Он наверняка постоянно проказничал. А вот этот за него пи***лей получал. Поздравляем себя. Поздравляем женщин с 8 марта. И пожелания. А я пожелания. Присоединяюсь к отцу нашей демократии. Стоп. Что? А я и пожелания. Присоединяюсь к отцу нашей демократии. Это отец нашей демократии? Охуенный отец демократии. Но еще лучше самого поздравления. Привет, который они передали парню по имени Тигран. Ну, можете сказать Тиграну привет? Тиграну привет? Да, и Тиграну привет. Я хочу еще добавить, потому что цветов я не докуплюсь. А есть парень такой Тигран, а ему привет с нас. С нашего общества, с нашего звена шлем огромный привет Тегерану!